В Югре новый антирекорд по заболевшим ковидом. За сутки плюс 1280 человек. Таких показателей в регионе не было с начала пандемии. Больше всего новых случаев в Сургуте. Здесь 597 положительных тестов. В окружной столице 167. В Нижневартовске 153 заразившихся. Почти в три раза меньше в Сургутском районе. В регионе 40 заболевших. В остальных городах и поселках по 35 и менее новых случаев. Стоит отметить, что на момент постановки диагноза у 1224 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 50 пневмония. Состояние 54 пациентов врачи оценивают как тяжелое. 34 подключены к аппаратам ИВЛ. Коэффициент распространения инфекции равен 3,32. За сутки умерли 4 человека. Еще 92 закрыли больничный.